Между деревьями у дома 53 по улице Ферма 2 застряла нога 7-летнего мальчика. Такое сообщение поступило сегодня утром по единому номеру вызова экстренных служб 112. Самостоятельно освободиться ребенок не мог. Помочь ему это сделать окружающие были не в силах. Приехавшие спасатели справились быстро. Они освободили мальчика при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента и тут же передали его бригаде медиков скорой помощи.